Здравствуйте, дорогой YouTube. Ну что ж, очередная серия. Я, конечно, не знаю. Мы сейчас на стриме на ВК Play Life. And you saved my life again. Well, maybe one day you'll save my, or my soul. Не обращайте внимания, все нормально. Ну так вот, значит, очередная серия. I stole this from one of those awful men. You should have it. Thank you, but you were blind drunk. I was drunk, but I never forget my manners. Be well, Mr. Morgan. Он, короче, часы платиновые подрезал. Он говорит, спасибо вам, что вы мне жизнь спасли. Говорит, вот часы я, говорит, у одного из тех омеганов подрезал. Это нормально. Да подождите вы, ну что вы себе пристали? Значит так, новая серия. Какая по счету? Кто знает? Кто внимательно смотрит? Есть кто внимательно смотрит? Нет? Наверное, никого нет, да? Кто прям очень-очень-очень внимательно смотрит. Какая по счету? Ну, кто знает? Кто не знает? Молодцы, девятая. Молодцы, мне очень приятно. Девятая серия, ребята, извините, у нас здесь разговор на разговоре. Red Dead Redemption 2. И... очень интересный факт мне сейчас написали ребята, которые, так скажем, смотрят меня очень давно, да? Они сказали, Леха, а ты в курсе, что именно сейчас ты пойдешь выполнять задание, которое у тебя в свое время забаговалось? То есть дальше по сюжету ты не знаешь ничего. Но если быть совсем честным, я и так по сюжету дальше не знаю ничего, я ничего не помню, и у меня слишком давно мы РДР-ку проходили, я как-то почему-то ее позабыл. Совсем уже быть откровенным. Я вот помню там с медведем вот миссию, да, в самом начале. А потом что-то как так. Смутно. Ну так вот. И выдвигаемся. Ссылочку на плейлист, как всегда, оставил внизу в описании. Ребятки, плейлист есть на основном канале Hardplay. Также обязательно подписывайтесь на соцсети. Также всем напоминаю то, что мы сейчас играем в Lineage 2. Только залетели с 7 сентября. В долгую. Без всякого автобоя, автолута. Это хай-фай в хронике. На X1 в долгую, прям. Сидим вот целыми днями играем вот в дискордике, все как мы любим, короче, все как раньше было. Так что всем буду очень рад, оставлю ссылку, найдете там какое-нибудь лайкнутое сообщение в комментариях. Вот, переходите, заходите, ну и давайте там побатлимся, поваримся, что ли. Даже, наверное, интересно будет. Ну, как говорится, поехали. У нас сегодня Артур Морган. Практически как Морган Фриман, но нет, это Артур, а Артур, Артур. Ну что ж, в целом все не так уж и плохо. Давайте оценим обстановку. У нас тут с вами есть основной квест, который у нас прям вот он рядышком. Все, в принципе, довольно неплохо наши дела идут, но бабла, по-моему, маловато. Да? Не так уж и много, на самом деле, баблишка. You busy, Arthur? Артур, ты занят? Подожди, подожди. Артур, я его Артур. Давайте посмотрим, что за основной квест. Курочки несутся, как говорится. И все хорошо у нас. Так, камера у меня была вот здесь. Во. Ай, ну, как говорится, давай. Что такое? У нас тут давно намечается кое-какое дельце. Намечалось еще в подкове, но вы устроили эту шумиху, Валентайн. Мы готовились ограбить там банк, пока вы не наделали всех тех глупостей. И у меня осталось такое чувство, что мы не закончили кое-что. Это не моя вина, неприятности случаются. Вот почему, когда я, типа, влезаю в какой-то переплет, меня называют глупцом. А когда ты влезаешь в переплет, о, неприятности случаются. Это точно, Артур. Очень точно подмечено. Рот закрой свой. Ладно, давайте ограбим чертов банк. Вот, все проблемы опять начинаются из-за... Да. Ну, говорит, вчетвером банк вынесем, обчистим.
Говорит, несерьезно, ребята, просто местные парни. Если войдем быстро и тихо, без лишнего шума, нас будет четверо. Короче, чекайте минус банк, минус деревня, минус все. Это, говорит, просто банк. Добыча будет богатой. Если верить типу, с которым типа я, то да. Мне кажется, это плохая идея. It's worth taking a look at least. If I'm gonna be performing, I better go get changed out of these rags. Give me a minute, gentlemen. Okay. Дайте мне минутку, джентльмен. This better be good. It is good. Надеюсь, говорит, это настоящее дело. Да, это стоящее дело. I hope so. Я, говорит, очень надеюсь, что все так и будет. Mr. Morgan. Herr Strauss. That man. Этот человек заемщик. Thomas Downs, по всей видимости, он умер. Умер? Ну да, вид у него был нездоровый. Его жена. Насколько известно. Короче, загляните к жене теперь покойного и не забудьте спросить про бабку. О! Гангстеры? Then we're just gonna rush on in afterwards. Just a small bank in a little town, nothing that big in way of security. Короче, они говорят, это банк в маленьком городе, не так много охраны по-любому, все классно, все здорово. Да, звучит неплохо. Чекайте, сейчас будет что-то с чем-то. 5 динамита мне дали. Да. Ну ты, говорит, совсем эфиоп, говорит, чокнутый. Это у вас там в Эфиопии. Если говорят что-то потяжелее, то надо муху взять. Надеюсь, гранаты с собой не взял? Я точно к врачу надо. И наш русский врач тебе не поможет. Классика, жмурки. Я, говорит, покажу, как вам надо работать. Мне очень страшно. I don't know. Fellers always like the lost little girl, but nobody plays a drunken harlot quite like me. It should work. Once she's got them distracted, we'll move in. When I was scouting the place the other day, there was only a couple of guards. Там, говорит, всего два охранника, типа, ничего серьезного. Ведь у нас эксперт по сейфам, да, Артур? Это, я чувствую, намечается серия очень жесткая. Что за звук? Ханс Циммер на гитаре играет или что такое? Обычно, когда говорят, все хорошо и ничего за это не будет, какой-то монгол на гитаре дубасит. Так. У меня очень плохое предчувствие. Обычно, когда все думают, что все будет слишком хорошо, это обычно заканчивается какой-то, ну, какой-то не очень хорошей вещью. Или кто-то погибнет. Или кто-то погибнет. Или нас всех посадят. А может ли там быть какая-то засада? Да здесь, в принципе, вообще может быть все что угодно, да?
Знакомые места, не правда ли? Нагнетает, нагнетает. Вообще доверие мне не внушает все это. Вообще. Уже в Валентайне, да, пошумели немножко. Как на рэп-баттле, дайте шуму. Дали шуму. Тут там человек 30 упало. Не пойму, мы куда? Говорит, обратно в Валентайн. Don't tell me it ain't hurt you leaving that bank behind. Not really. Work a town and not hit the bank? Работать в городе и не ограбить банк, да это говорит зашквар типа. We shot the place to hell. You did, Morgan. Not me. I played it cool up there. That'll have to wait. We're here. Let's take it nice and easy. Ну что делаешь, ты бестолковый? Люди только пришли все в свои дома. Good morning. Hello. Good morning. Easy. Okay. Let's leave the horse. Оставим лошадей здесь. All right, gentlemen, here we are. Okay, get ready. Это очень, очень плохая затея. Go to work. Карен говорит, твой выход. А мы и так шибем. Идите за мной. Ничего, я и так развалю кабину. Они только отстраиваются только после того погрома. So, we never decided. Is it lost little girl you want or the drunken harlot? Я, говорит, маленькая заблудившаяся девочка или прям, говорит, шлюха? Of course you know I like the harlot. You're the only one. You're a bunch of filthy sinners and the heartbreakers, a lot of you. Now where is he? If you're ready, get going. Good luck, gentlemen. We got this. Лошадок недалеко. Where is he? Have you seen him? I really think you should leave. Okay, we're going. No, hold on. Wait till she's got him reeled in. В банке кипиш устраивает. Всем застать работы спецназа! Просто майские вышли! Быстрее! Я прошу прощения, это флешбеки из прошлой жизни. Извините, ребят, я
Я еще раз прошу прощения. Я просто, ну... Извините, извините. Со второго раза точно получится. Я прошу прощения у всех зрителей. Извините. Не, маску он сразу надевает. Прошу прощения, ребят. Флэшбэк. Ну что, что? Мало ли, может, у них хлопушки. Дверь закрой. Открывай дверь! Just open the goddamn door. How's it looking? Are you in? Nearly. This son of a bitch needs to get a move on. Okay. Okay. Too goddamn slow. Давай, 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 давай. Son of a bitch, hurry up. Come on. Okay. Ну! Ёб твою мать! Ну давай, родной! Всегда работает. Амед! Someone come make sure the shoot behaves himself in here. Come here. Open the lockboxes now. Говорит, делает управляющий. God damn it. Now what? Попробуй взломать или взорвать. Взорвать? Yeah, I think I should be able to crack these. All right, but you better be quick. You shut the hell up and stay still. Я мастер взлома. Чего? Hey, keep still. If I see that leg move again, you get a bullet in it. How much time you think we got? Да ладно! Да я своим глазам не верю. Вынос хаты. 3000! 3000! This is slower, but it's quiet. Okay. Hey, watch him there. Don't worry. I see him. Храните деньги в сберегательной кассе. Если они, конечно, есть у вас. 4000. Ё-моё, это просто это. Так, тишина. Хорош. Вынос, вынос хаты просто. Кормилица кормит. Ой. Last one. Good. We gotta move. Давай, 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 давай. Я этого забейте, сколько мы вынесли.
Ну давай. Это просто без комментариев. Нам не дадут отсюда уйти с такой суммой. Там 1020 залутали. Не-не-не-не, все-все-все. Там 1020. Бежать не могу. Не дадут уйти. Думаю, все хорошо. Идем, я иду впереди. Спокойно, спокойно. Все спокойно, мы просто зашли. Не дадут, не дадут, не дадут, не дадут, не дадут, 100%. Около 18 тысяч где-то подрезали. Боже мой, банк ограбили. Беги, 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 беги. Понеслась, но это ожидаемо было, но мы почти у лошадей. За двадцатку вообще легко. Поехали, поехали, поехали. Так, спокойно. Раз. Все, все, мы уйдем. Не, с такими бабками это вы что, забейте. Я не знаю, по кому они там. Три из трех. Пошел, 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 пошел. Хорошо. Пошел, 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 пошел. Ну-ка, дай сюда. Бам. Так, не понимаем, будет, значит, по-другому. Бронебойными... Не надо, не надо, не надо. Офигеть, мы вынесли. Это, говорит, было глупо и опасно. Спасибо, Билл. Бабочки сразу раскидывают. Дач, говорит, будет точно доволен. Говорит, просто валим отсюда. У меня, говорит, еще дела шерифа, как бы. Офигеть. Это сколько же у нас бабла-то теперь? 73. А, нам вернуть надо, вернуть. Так, лошадка. Давай, солнышко, мы тебя покормим, мальца. Умничка моя. Вот это да. Вот это заскамили мамонтов.
Не, ну там, конечно, теперь нас мы в розыске, это как бы, ну, понятно, но откупимся и все. Да, ребят, ну 20 тысяч долларов, я такой первый раз увидел. Ну это же просто, это забейте. Я не понимаю, откуда столько винтовок много. Магазин и карабин, понял. Полтовая винтовка. Ну так-то вот это, наверное, поинтереснее. Надо попродавать половину. С откидным затвором. Ну, она особо мне, я говорю, мне... Постольку-поскольку. Ладно, пойдет. Можно вообще самую обычную вон, болтовку взять. Кстати, по нам попали вообще-то, если что. Как бы. А, и попали, кстати, очень... Нифига. Причем по всем так неплохо прошлись. А на меня, интересно, есть энергия? Давайте. Жестко. Оружки не продаются. Тихо. Ну ты куда? Неплохо вынесли банк. Сейчас откупимся. Ну сколько там будет стоить? Там 100 долларов. Наша доляшка, по идее, должна быть где-то в районе тысяч... Наверное, трех. Нет? Тело мужа еще не успело остыть в земле, как вы снова появились. Я ведь почти выплатил долг. Ваш муж знал, на что шел, когда брал бабки. Он был хорошим человеком и творил добро. У него не было выбора. А вы все равно, что убили его своими руками. Тут у каждого своя правда. Один бабки взял, не отдал. Будьте, говорит, любезно, отдайте, пожалуйста, долг. Либо ты, говорит, слепой, либо тебе не хватает уважения. Я не слепой. Таким, как вы, уважения нет. Знаешь, говорит, когда твоя мать закончит оплакивать твоего отца, я, говорит, могу нанести сюда новый визит. Читай, говорит, короче, книжки. Месть забава для недоумков. Он типа, знаешь, такой, это мамкин мститель. Тут, я говорю, здесь две стороны медали. Не надо никогда брать бабки взаймы, если ты не знаешь то, что... Так скажем, ты их можешь не отдать. А вообще, всегда, когда берутся деньги, всегда есть шанс, что на утро просто тебя не станет. И отдавать будут друзья, знакомые, еще кто-то. Так что имейте это в виду и не имейте такой привычки, ребят. Очень плохая привычка брать взаймы, потому что... И давать взаймы. Потому что, когда ты даешь, ты... Точнее, когда ты берешь бабки, ты берешь чужие. А когда ты отдаешь свои. Кто постарше, тот, наверное, понимает, о чем я говорю. Ну что ж, у нас успешная операция. Двадцать тысяч. Доля банды 10 тысяч. Ваша доля 3 почти тысячи.
долларов. А ничего, что я все эти вскрывал, нет? Ну да, ну да. Пошел я в этот. Угу. Так, в Валентайне надо откупиться. А из банды никто не хочет бабосиков дать, как бы, чтобы мы откупились там, нет? Нету ни у кого такого прям горящего желания? Не? Конечно же нет, да? Так, ну что ж, я предлагаю сразу на железнодорожную станцию. А железнодорожная станция у нас... Вот она. Вот она, железная дорога идет. Сразу на железку. Сразу на железку. И откупаемся, отмываемся, потому что, ну, ничем это хорошим точно не закончится. Кстати, кстати, а что насчет телепорта? А, у меня такой вопрос, подождите. Сейчас, одну секундочку. По идее, где моя повозка? Где моя повозка, да? О, как раз про нас говорят. Они, говорит, выполняют свою работу, про нас говорит. Все остальные, говорит, должны сгореть от стыда. Про нас говорят. Так, быстрое перемещение. Первый раз использую. Куда нам нужно? Давайте попробуем. Итак, нам в идеале нужно попасть в... О, как этот город-то называется? Вот этот? Или нет? Либо же сюда добежать и потом отсюда портнуться. Типа, наверное, сюда, потом сюда и отсюда порт, да? Подождите. Давайте посмотрим, в Роудс есть такое? Да. Чисто теоретически я могу сделать вот так. Ага, вот так вот телепорты работают. Все, он просто уходит. И нам, типа, не бежать, да, долго? Телепорты используются сколько угодно раз, как вы мне написали в комментариях. Но... они используются только из лагеря. В лагерь нельзя. Насколько я понял, опять же, в комментах. Могу и ошибаться. Так... и у нас мы прям вот очень близко. Мы прям где-то вот здесь. Так, одну секунду, ребят, сейчас подождите. Мне бы сначала вот прям очень отмыться хочется. Сейчас, братцы, одну секунду. Бичуганы. Можно и в лагерь. Из временного лагеря в свой лагерь можно. Во временный нельзя. Так это ж вообще имба. Итак, оплачиваем штраф. 120. Бабки не проблема. Отмылись. Что здесь происходит? Что вам нужно? Вы в порядке? Я нормально выгляжу? Нет, ужасно. Ужасно. Посмотри на меня. Я никчемен. Но ведь я родился... что-то там, я такого не заслужил. Когда-то я был джентльмен. Хозяйство Компсонов. Они, говорят, все у меня отобрали. Кто? Они. Что отобрали?
всю мою жизнь, весь мой образ жизни, карьеру. Я много чего воровал, но это очень крупная кража. Посмотрите на меня, я живу в грязи, в дерьме. Да ёб твою мать, а! Пошла органика. Мой старый дом, дом, который построил мой дед. Он обветшал и развалился. Теперь он принадлежит банку. Весьма прискорбно. Не такую жизнь я хотел бы прожить. Я тоже. Если бы только я смог вернуть себе свои вещи. Личные реликвии. Часы. Револьвер. Учетную книгу. Где вы говорите ваш дом? Хозяйство Компсонов. Это к северу от Скарлетт Медоуз. Банки сказали, что я там больше не появлялся. Как-то даже жалко стало. Что-то... Вроде, типа, ну, сам все пропил, просрал, а что-то вроде как... Что-то и жалко. Я не знаю, парни, ну здесь 2 минуты, я не могу, я хочу ему помочь. Ну, прям вот, ну жалко. Вот прям жалко, жалко настолько, что аж игра вылетела, понимаете? Кстати, очень редко такое бывает. Но жалко. То есть, вроде бы он сам все пропил, понимаешь? Сам все просрал, и имение-то он просрал. И все, что есть, все потерял. По-хорошему, да? Но сказать, что мы восстановим справедливость, наверное, неправильно. Но чисто вот как-то вот помочь. Вроде бы и банк от этого не обеднеет. Да, что он попросил? Что он попросил? Этот револьвер и что-то какую-то семейную реликвию. Не знаю. Причем, смотрите, здесь какая линия интересная, да, проведена. Типа... как сказали? Типа, я, говорит, просрал всю свою жизнь, Артур говорит. Я, говорит, тоже. Типа, не тем занимаюсь. Такой, знаешь, отсылка, намек. Водичка закончилась. Угу. Часы, по-моему, книгу и револьвер, он сказал. По-моему, часы, книгу и револьвер. Но я так скажу, когда вот бухают и все пропивают, это уже... Да, такое. Спорное. Когда L2, ребят, сейчас запишем серийку на YouTube. И где мы? А квестик-то сохранился. Значит, все-таки доброе дело надо делать. Пойдем, моя хорошая. Пойдем. Какая же РДР-ка красивая. 9-я серия уже. 9-й стрим, да? Ну, 9-я серия, давайте назовем, да, вот на Ютубе. Но насколько же вот она вот просто красивая игра. Продуманная, красивая, живая игра. Ты чё, пёс? Ух ты, как лошадка у тебя засейвила, дружок. Вашу мать я вам устрою. Это будет самая жесткая аннигиляция, которая у вас была в вашей жизни. Разыграли сценку, мать вашу?
разыграли сценку. На меня напали, помогите. Чё, как у тебя дела? Нормально? Ну, хорошо. Мне показалось, или солнечное затмение сейчас было? Сценку разыграл так, что аж голова улетела. Причем это бандиты Леймана, кому мы перешли дорогу. Помните, да? Это те, кого мы высадили на эти. Как его? Самогонщики, самогонщики его. Самогонщики. Головы просто поотлетали. Вообще без каких-либо даже намеков, шансов и всего остального. Нет, Dead Gun это сразу, это в один конец дорога сразу. Так, мне бы ХП отхавать. ХП отхавать на самом деле. ХП отхавать, конечно, хорошо. Да ладно, он сейчас само, в принципе, восстановится. Можно, в принципе, дичь какую-нибудь заточить, да? Давай потихонечку через лес. Аккуратненько. Да более знакомое место. Вам не кажется? Карманные часы, пистолеты, учетную книгу. Да мы тут, в принципе, вообще. Так, ну, здесь вряд ли что-то будет. Ну, в принципе, можно вынести. Ну, вообще-то, накинуть бы здесь не помешало. Indeed, for your talk to our Sunday school class. Thought you might like this drawing young Josh did of you. He wants to grow up to be just like you, Sam. Где-то тут какую-то речь. Большое спасибо за речь, которую вы произнесли в нашей воскресной школе. Я подумал, что вам понравится ваш портрет, который нарисовал юный Джош. Он хочет стать таким же, как вы, Сэм. Уважаемый мистер Компсон, боюсь, что работы на плантации для вас больше нет. Я благодарен за помощь, которую оказывали нам вы, и за помощь, которую оказывали вам ваш папа, мама и папа. Для всех нас настали трудные времена, мы будем молиться за вас. Искренне ваш, полковник такой-то. Короче, он потерял все. Он потерял работу. Потерял то, что можно. А вот, наверное, и часы. Раз. Очень жаль.
okay? Where is all this old crap? Казалось, как будто над головой кто-то ходит. Уважаемый мистер Компсон, после многочисленных жалоб со стороны клиентов и ваших сослуживцев мы вынуждены вас уволить. Таким как вы не место в железнодорожной компании Central Union. Трэпдор, а? Тайной люк. Что ты здесь делаешь? Мы нашли это место первыми. Да. Я просто кое-что ищу. Старый револьвер твой? Был ничей. Son of a bitch! Oh, goddammit! Come on, man! Where are you going? Come on! Son of a... Давай, ёпты мать! На нахер просто! Чё, родные? Офигеть! Осталась учетная книга. Сердце. Сразу прям в сердце. Удар. Здесь лежанки, я говорю, здесь... Причем я их услышал, я говорю, такое ощущение, как будто кто-то ходит по дому. Я подумал, я говорю, может у меня какая-то это шиза, я не знаю, паранойя. Вот видите дверь? Вот как ее открыть? Может быть что-то. Где-то как-то подвал. Блин, пипец, он ножом орудует. Папа, черт побери, я же сказал, держись подальше от мальчишки. Ему это не нужно. Походу дела еще и запретили с ребенком общаться. Я бы, знаешь, как сделал? Ну-ка, дай-ка вот этот труп уберем. Выделилась дверь. Спиной поворачиваешься, она открывается. Офигеть. Просто плюс фобия. Shit. Ножом просто киллы можно прям клипы делать. Ребят, сделайте, ладно, клипы потом. Кто будет на ютубе смотреть, прям вырежете эти моменты. Там есть на ютубе, прям сделать клип. Очень красиво. А вот и, наверное, книга эта. Вот она, учетная книга. Не верю, что здесь никого опять не будет.
Офигеть. О, говорите, года игра. Учетную книгу мне не интересно читать. Так, погнали. Теперь как он далеко живет? Ох, ё-моё, а он по ходу дела... А, нет, вот он. Ребят, я не буду читать, это очень много времени занимает, к сожалению. Я бы лучше дополнительные квесты какие-то хотел посмотреть. Я в целом историю его понял. Кому интересно, почитайте. Что за звук? А, он в обычной вообще лачуге, что ли, живет? Пойду водички налью. Знаете, если бы можно было ставить этой игре сейчас оценку, знаете, вот бывает такой момент, когда даже вот что игра, она очень интересная и классная. Я просто думал, там долго надо будет. А, тут даже так. А это награда за беглых, я так понял, которые убежали от этих. Возвращенные, видите? Отлично. Слушайте, не зря мы ему помогли. Хороший мужик был. Старик. Старик? Прояви почтение. Раньше меня уважали. You asked me to get you something. There's no bringing back what I want. I want my job, my pride, the respect. Что-то, говорит, попросил меня кое-что вернуть, типа. What about this old crap? На, говорит, что типа мне с этим хламом делать? Мои вещи. Ты не понимаешь, эти сволочи, они все изменили. Я был хорошим работником. Я своим трудом гордился. Они меня просто лишили, надругались над моим, типа, этим. Жалко его все равно. Знаете, знаете, братцы, у всего есть своя цена. У всего, братцы, в жизни есть своя цена. И расплата, она наступает, знаете, в любой момент. Так вот скажем. А, так.
Есть вещи, у которых нет срока давности. Что происходит? Кого? Что случилось здесь? Ты чё, пёс-то? Что? Ты чё, вы чё, у дырки? Мать твою! Вот это вы просто сейчас пожалеете о том, что вы на белый свет родились. Ты чё, вот это вообще вам конец? Сука такая. Я прям расслабился что-то. Расслабился. Падлы, а. И каждый раз я жалею, знаешь, типа такой разобраться в ситуации. Не надо разбираться. Что-то происходит. Только считаешь то, что какая-то дичь творится. Просто взял и все. Сразу. Вообще молча, без разговоров. Yep. Вы сейчас серьезно? А лошадь где? Подожди, а лошадь от чего могла отлететь? Там же ничего не сделали. Это гон. Это гон, стопроцентный. Это гонево, ребят. В лошадь не было попаданий. Ты хрен с ней. Врезался, ну серьезно. Okay, вообще насрать на самом деле. Yeah. Все как расходники. В этой игре я уже понял. Ничего страшного, погоняем на какой есть. Да не, ну реально, ну такое себе. Я врезался, я что там, я не на такой скорости врезался, чтобы типа это. Не со всей дури. Не-не, я через контрол врезался. Да и ладно. Плевать вообще. Ну зато я не жалею, в любом случае все равно сходили, посмотрели, какие лошадки есть. Правильно? Конюшни воскреси, ты думаешь, можно? Ну, наверное, можно попробовать. Только конюшни. Конюшни-то нет. Да не, ну это реально бред. Я специально же затормозил на лошадке. Я же слез. Она не так сильно врезалась. Ну, типа обычно, вот как вот я... Не знаю, странный момент. Сейчас найдем. Сейчас спрошу. Есть сверху. А, вот, да. 2 минуты сюда. А, можно. Вы думаете, можно в конюшню? Блин, ну будет очень обидно на самом деле. Типа, ну ничего страшного, но... Неприятно будет, если это. В область вошли, где можно выследить легендарное животное. Понял. Учтем. И не, я сейчас сюда сгоняю. Да ё-моё. По полям, по полям.
Да я не буду их даже особо, ребят, искать. Если есть телепорт, тем более, то... Если сейчас эту можно воскресить, ну здорово. Нельзя... Можно, можно будет так чисто для себя. Так скажем, пройтись, посмотреть. Так. Ну и как? Наверное, к нему? Hey, mister. Hey, morning to you, fella. А, вовнутрь, все, я понял. Управление своими лошадьми. А их нет, все. Не, ребят. А как, может, я функционала не знаю? Не, ребят, нету. Короче, сейчас я вам все покажу, как это делается. Если вы, ну, типа, правду сказали, мы просто берем, делаем походный лагерь. В лагерь нельзя, из лагеря можно. Мы просто берем вот так. Быстрое перемещение. А, не посмотрел по карте. Давайте, Валентайн. Это пипец, сколько времени экономит. Игру откати обратно, зачем? Это же, ну... Это в ходе процесса. Вот как вышло, так вышло. Ничего страшного. Ничего страшного. Откатывать от сохранения это... Это игровой процесс. Никогда не обузил это. Ни в одной игре. И за это вообще прям кайфую всегда. Вот как есть в игре, так есть. Кстати, мне бы на самом деле подхилиться. Подхилиться это... Это как-нибудь вот так. Так. Вот это мы сократили дороженьку. И здесь все прям под пятой точкой. Вот, пожалуйста. Поехали. С другой стороны, вы знаете, у нас столько бабла, то как бы просто делаем вот так. Смотрите, давай, 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 солнышко, давай, заводи свой зад. Ну просто, ну это разменка обычная, да. Управление своими лошадками продать, покупка лошадей. Хочу. Могу себе позволить. Что? Какая ненормативная лексика? Это имя. Вот это сейчас было вообще неприятно. Где тут никакая ненормативная лексика? Хорошо. О! А вот так нормально. О! А вы мне тут рассказываете. Поехали, да, давай, погнали.
О! Я заметьте, я хотел все по-культурному. Я всячески хотел по-культурному. Но игра сама меня скомпрометировала. Так. Ой, как она прыгает хорошо. Та не прыгала так. Пелочка, привет, ты классный стример, спасибо тебе за твой контент. Нет, 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 так. Спасибо, ребят, да я в кайф делаю, да. Добро пожаловать всем, я всем рад. От мала до велика, велком. У нас тут такая очень дружелюбная, добрая атмосфера. Всем рады. Поэтому располагать чай, кофе, плюшки, ватрушки уже 9-й год, одно и то же говорю. Вот, на ютубе, кто нас смотрит, не забудьте подписаться. Это видео вышло на второй канал Hardplay 2.0. Прямо сейчас вы его на нем смотрите. Вот, чтобы основной контент не засорять. Ютуб сейчас болеет. Ютуб сейчас заболел. Вот, ну вы лайки ставьте, комментарии пишите. Может он очухается, отдуплится. Спасибо, что со мной, спасибо, что остаетесь. Очень приятно. Так, мы почти подошли к границе, да? Угу. Блин, залипание клавиш. Ближе к Микки нельзя портнуться, а мы в упоре уже практически с ним. Хера вы, парни. Я погоняла самая дикая... Это самая быстрая рука на Диком Западе. Вы что, с ума сошли? Это, кстати, Адрискалы, бандита. Засаду захотели устроить. Платиновое кольцо сюда. Вообще четко. Пойдемте, пойдемте. Нам здесь проблемы не нужны особо. Ой. Так, а вот здесь очень внимательно. Аккуратно, пацаны. А вот с этой точки уже начинается напруга. Сказал. Ёп! Нормально, нет, человек. Так, здесь у нас, по-моему, Мика, да? Опа, зайдет! Давай! Ладно, не зайдет. Она вездеходная. Ну, здесь-то ну залезешь, залезешь. Ну давай уж, не придуряйся совсем. Шутята родной забрался. Эй, Артур,
Артур, рад тебя видеть. Чего бы? Я снова надо спасать? Нет, я знаю, как отблагодарить тебя. Ограбление парома в Блэквотере, как типа как там? Когда ты пошел на разведку и угодил в тюрягу? Дач говорил, что ты большая тень, отбрасывая ее маленьким деревом. Я думал, ты решительный, Майл. Я один из тех джентльменов, которые боятся замарать, типа не боятся замарать руки. Ты не пойдешь со мной, чтобы ограбить банковский пом-дилижанс? Ты вместе на ограбление? После вас. Хорош, ладно, брат. Ладно. Одобряю, одобряю. Дилижанс — это очень неплохая вещь. Так, магазинный карабин. Слушайте, да и скоростные, в принципе, неплохо себя чувствуют. Вопрос, говорит, больше в том, сколько типа с ними всадников. Я слышал, банки набирают наемников, а вообще, говорит, отовсюду. Так, сейчас, секунду. Я вот отсюда меточку. Угу. Там, кстати, какой-то квест. Ну, ладно. Говорит, чертовы Адрисколы теперь повсюду. Говорит, неплохо, да, всех крышуют, типа. Значит, эта часть — это Адрисколов, да, получается? Там самогонщики. Здесь Адристолы эти. Абдристолы. Но после выноса банка нам как бы... Мне горячо и не холодно. You need to roll a little looser, Morgan. Looser. I seen you come full undone more than once now, and you only been running. Он говорит, типа каждый раз, когда ты, говорит, бухаешь, что обязательно попадаешь в какую-то эту. What's done is done. То сделано, то сделано. Then let's do it. All right, this is the spot. Здесь, говорит, ждем. Ну давай подождем. Они, говорит, появятся совсем скоро. Потерпи. С какой стороны они появятся? Должны показаться вон оттуда. Надо здесь все сделать быстро, пока они не добрались до города. Только, говорит, не теряй голову на этот раз. Они должны здесь быть с минуты на минуту. Опа, ведь он не наврал. Иди, вот они. Масочку накинул, да? Ай, молодец. Я не понял, почему? Почему все так? Ну-ка, дай-ка. По-другому сейчас мы решим вопрос. Ah!
Нужно как-то пристрелить кучера. Как два пальца, брат. Кто-то мне подсказывает, что колеса не надо, да, было простреливать. I'm hoping there won't be a next time. You don't mean. Ну, погнали. Baylock, come on, boy. Нормально. Нормально, парни. Я хайва. That's more your style than mine. О, а вы говорите. Нормально, нормально. Что, нормально едет? Это этот, как его, у рэперов-то в Америке. Ой. Что за негатив, пацаны? Живой? Живой. Попили пивка. Уходи, говорит, оттуда. А, так это вообще ништяк, пацаны. Ха-ха-ха. Вы думаете, это меня с вами заперли? Вы че, парни? Вы че, парни? Вы чё, парни? Куда мы? Куда мы лезем, парни? О! Вы чё, ребята? Куда мы? Ой. Не, ну а чё, нормально? А чё они? Платиновые часики, сюда. 54 года в Counter-Strike, куда мы на сильверах на глобалы лезем, я не пойму. Вы чё, ребята? Платиновые кольца, вот это нормально. Как Джокер, да-да-да. Что? Ну они первые начали. Я-то здесь при чем? Я просто ехал на своей тачанке. Что? Что, ребят? Кто ж вас всех хранить-то будет, дураков? Нормально. Ну не, смотри, сколько золотых, платиновых колечек. Вы говорите. Очень весело. Сейчас, сейчас, родной, сейчас. Гетарихин этот. Он здесь. Нога чья-то улетела. Рука. Ну, заметьте, не я начал. Хабар тут вообще нормальный. Бурбончик. О. Пойдет, пойдет. Это я еще свою помпу не достал. А если бы я ее достал, там вообще бы тихий ужас был. Так. Братик, у меня теперь есть один вопрос. Давай, говорит, заберем все, что, говорит, есть, и типа свалим отсюда. Of... Well,
А, могу. Посмотрим, говорит, стоило ли оно того. Все, что я вижу, это, говорит, тебя, речку полную трупов и ящик. Которым? Барабанная дробь. Какова моя доля? Очень хорошая. Только позаботься, чтобы банда получила тоже, говорит, свою часть. Хорош, родной. Есть, говорит, дача, только убедись, что типа за тобой хвоста нет. Мне нравится. 1230! О! 330 моих просто на ровном месте. И повеселились, и бабосики подняли. Ребята, это потрясающее место. Мне оно очень-очень нравится. Что это такое? Фото живут. Не настолько интересное задание. Самое главное, что мы здесь не накрошили. И теперь знаете, что мы сделаем? Мы переедем вот сюда. Да, по-моему, я правильно все делаю. Да. Тихо, солнышко, тихо. Теперь мы вот здесь стопанемся. Тихо. Пацанов, не задави. Что это было? Вот так вот делаем. Правильно? Жалко, говорит, здесь РПГ нет. Ну да, нормально бы полетели бы. Уши бы улетели. Быстрое перемещение. И... А как наш называется? И все. По идее, рядом с Роудсом я. А мы-то как зовемся? Братва, кто шарит? Он типа... Наверное, полуостров. По идее, у нас типа этот такой как. Если что, еще один телепорт дадим. Давай попробуем. Не, ну мы здесь настругали. Сколько их? Человек 30, да, наверное? Не 30, наверное, человек 20. Точно наш. Как ваши дела? Отлично. Как еще у меня могут быть дела? Вон. С зайчиком сижу, кайфую. Мягенько, и сегодня весь день не хожу. Ярик сегодня доехал в этой. Хороший. В следующий раз ему тоже подарочек возьму. О, я же говорю, наши. Леняга сейчас будет, ребят. Сейчас я серию допишу. И пойдем зарубимся. Так, нам бы на самом деле в общак лагеря хорошо было бы подзакинуть, а то что-то как-то негоже. Знаете ли, сейчас бы только найти, по-моему, вон там. Так, во-первых, пожертвовать. Дать денег. Пятачок скинем, да? В общак, так, чисто. Чисто на расходы. И давайте немножечко... Не пожертвовать, тормози. Подожди. Четная книга. Давайте немножко припасов, а то у нас что-то просадочка по припасам. Так. Да давайте купим лекарства. Why not? Проапгрейдим. Бабло есть, все есть. У нас теперь хорошие лекарства продаются. Такие настоечки, не настоечки. Так, пополнить запасы. Почему-то я не могу купить. Лекарства, потому что есть. Вот, запасы еды. Плюс провиант. Так, есть. Ну, конечно. Апгрейд.
Тут вообще теперь жир-жир прям. На фул, конечно, лагерь. Тут даже без этих. Улучшить остальные палатки в лагере. Конечно, давайте всем подгон сделаем. Нормально вынесли бабла. Люди нормально тоже жили. Жилье в лагере улучшено. У жителей лагеря улучшилось настроение. Ну, конечно. Так, что здесь еще? Здесь я все купил. Братцы, да, вроде как бы это. Волыну убери, да? Не, нормально. Нормально, нормально. Почему-то вот провиант нельзя пополнить. Ну, может быть, пока и не надо. Ребят, вроде все заапгрейдил. Бабло есть, все есть. Ну, сегодня сериечка, конечно, мама не горюй. Быстрое перемещение, огромный вам респект. Кто помог с перемещениями, тогда вы написали в комментариях. Вообще четко. Единственное, знаете... Интересно, а где у нас теперь котелок? Женщина, я устал, дай поспать. По-моему, очень неплохо, да, зашло. Кстати, ребят, в первом закрепленном комментарии внизу в описании не забывайте то, что сейчас дается всем фрибет от наших оранжевых партнеров. Так что заходите, смотрите. У них сейчас акция фрибет всем, так называемая, да? Вот, так что заходите и получайте призы. Сейчас финал у нас International очень скоро. Так что как-то так. Спасибо партнерам нашим. Кстати, там же в следующем комментарии сердечком оставлю ссылочку на Lineage. Многие спрашивают, я там оставлю, кто захочет, залетайте. Одни там с друзьями, буду рад. Я в долгую. X1 High Five, хроники. Так, ну что ж, я думаю, что у нас сегодня очень насыщенная серия. Пишите задание, хотите ли вы увидеть еще ограбление. Я бы ограбление потулил. Сегодня прошлись по основным квестам, сделали дополнительные квесты. И, в принципе, у нас потихонечку процесс идет. Кстати, какой у нас прогресс? Мне так, чисто для себя. Слушайте, ну мы уже 30% от сюжета сделали, вообще не напрягаясь, да? Согласитесь? Вот, вроде как все четенько. Так что в следующий раз также сделаем ограбление. Минус лошадь, я, если честно, ничего страшного. Но зато целую серию потратили, я не жалею. Очень круто получилось. Доброе. Доброе. Вот, целую серию потратили, но зато посмотрели, где, как, что, зачем, почему. Все, ребят, всем удачи, всем добра. Ссылочку на VK Play Life внизу оставил в описании. Заходите, подписывайтесь. Там стримы каждый день. Чтобы не пропускать их, чтобы не быть в коме, все расписание вот здесь. Но мы сейчас стримим по расписанию. Вот. Вот здесь вот все-все-все пишется в Heart Inside. Всем добра, удачи. С вами, как всегда, был Леха Heartplay. Увидимся.